Породистые и беспородные, большие и маленькие, спокойные и активные, но обязательно нежные и верные. Собаки и кошки ждут новых хозяев в приюте ЗОО-37. Они очень хотят попасть домой и обрести заботливых владельцев, чтобы изменить их жизни. У этих малышей тяжелая судьба. Их предавали и обижали, но они не потеряли веру в человека и готовы дарить бесконечное счастье и любовь. Питомец сделает вашу жизнь интереснее. Новый год должен начинаться с добрых дел.